Так, 31 июля 2021 год. Харьков, 4.12 по Киеву. Дубль четвертый, по-моему, уже. И настройки светочувствительности я поставил автоматически. Посмотрим, как аппаратура справится. Со съемками половинка луния. Идеальная погода, абсолютно нет ветра. Луна практически в зените. Видно по ее перемещению, что она чуть-чуть смещается вверх относительно горизонта земного. Но это не так существенно. Луна практически в зените. Ну давай попробую удержку. Вот такая меняется удержка. А что ж такое? Что же это за автонастройки, когда я могу вручную поменять удержку? Ну хорошо. Так, это у нас рассвет. Ну давай попробуем, может попадем еще снять Сатурн. Не попадем. Ну пошли на Юпитер. Сатурн, знаешь, будем смотреть в предыдущих дублях. Да, две планеты примерно одинаковые по составу, по размерам. Газовые гиганты Юпитер и Сатурн, но преимущество для съемок у Юпитера в том, что он вдвое ближе. Сейчас до Юпитера 609 миллионов километров. Ничего не понимаю. Где автонастройки, если фокус регулирую вручную? Вот тебе, ой, какие красивые два спутничка. Слева от Юпитера Ио и Европа. А уши Ганимед. Выдержку, экспозицию, я так понимаю, это одно и то. А, вот Каллисто, кстати, вижу. Ниже Юпитера. Ой, что это так блеснуло? Слушайте, я сегодня в 2 часа ночи проснулся от света Луны. От света этого половинка луния. Глянул на Луну, и у меня вот это была шутинг-стар.
мерцающая зірка, падающая звезда. В общем, ой, как хорошо видно. Слушай, мне уже интересно посмотреть дома, что это было. Что так блеснуло на экране. Да, но врать не буду, никакого большого красного пятна не вижу. Да, Алена из Днепра, спасибо тебе за термин. Это у нас теперь будет половинка луния. Четыре 19 по Киеву в Харькове. 31 июля 2021 год.